Всем привет, с вами Михалыч. Сегодня хочу сделать маленький обзор нашего грандиозного строительства в нашем городе. Наш город еще очень молодой, ему всего чуть более 70 лет. По историческим меркам это только начинает свою летопись. И архитектурными достопримечательностями город до недавнего времени похвастаться не мог. Теперь же здесь строится храм в честь Иоанна Кронштадтского, который уже сейчас превосходит по высоте все здания нашего города. 20 лет назад, по благословению архиепископа Тверского и Кашинского Виктора, началось строительство нового большого храма. Проект, можно сказать, грандиозный. Подобных храмов в Тверской митрополии не встретишь. И поэтому в 2002 году, то есть 20 лет назад, был заложен первый камень в основании храма в честь святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Храм строится на народные пожертвования. За основу проекта был взят разрушенный в 60-е годы 20 века храм, существовавший в Троице-Сергиевой пустыне Санкт-Петербурга. Это огромное сооружение в византийском стиле на 2500 человек. Теперь такой храм станет, очень надеюсь, когда-нибудь достопримечательностью нашего города. На данный момент это будет самое большое здание в нашем городе за всю его историю. Он уже сейчас выше 9-этажного дома. Сейчас храм высотой около 31 метра. Свод купола с крестом порядка 15 метров. И окончательная высота составит около 50 метров. Это будет уникальное, величественное здание, потрясающий объект, который обязательно нужно увидеть своими глазами. Уже сейчас его видно издалека и из многих точек нашего города. На данный момент полностью возведены стены храма и установлен центральный купол. И еще вокруг будет 4 купола. Средства на строительство собираются за счет пожертвований. В основном это местные меценаты и жители нашего города. Но вот, предположим, даже один центральный купол стоит почти 6 миллионов рублей. И остальные 4 малых купола, каждый из которых стоит больше 1 миллиона рублей. Пока финансирование не завершено, поэтому сложно назвать дату окончания постройки. Храм стоит в нашем городском парке, который был благоустроен по программе создания комфортной городской среды. После поднятия куполов с крестами храм в честь Иоанна Кронштадтского по праву будет считаться одним из самых высоких религиозных сооружений в Тверской области. Отдельное спасибо хочу сказать людям, делающим пожертвования на строительство храма. И от себя лично скажу, что очень надеюсь на то, что храм будет все же достроен и будет служить людям.